Thank you.
Привет всем. Я здесь немного умираю уже под вечер. Если здесь, конечно, кто-то вообще есть. Тут смотрите-ка. Все вкусно. Рефы подобраны. Катю предложила начать какого-нибудь тортика с клубничкой, но как-то я думала по цифре 2, а сейчас я смотрю, что здесь 2, 9, 10, 11, 12. Какой из всех? Какой тортик с клубничкой вы хотите начать первым? Да, тебе хорошо. Что такое? А, аватарк. Одного не видно. Сейчас. Так, они вот так вот. А, они двигаются. Тут. Тортик вот такой здесь. Тоже с клубничкой. Можно их всех пооблизывать поближе. Второй, третий, четвертый. Пятый. Шестой, седьмой, восьмой. Девятый. Да, у девятого форма удачная. Она прям подходит под то, что вот рисовать. Десятый, одиннадцатый. Ну, у двенадцатого фото качественное. Ну, девятый, значит, девятый. Сейчас я его перемещу на второй экран. Если кто-нибудь... В смысле четвертый сразу план? Да ну блин, вон на Твиче здесь можно. Так. Если кто-то будет рисовать, я надеюсь, что Синь, ты будешь рисовать тортик. Так. Может, я скинула в тему по рисованию? Там они все есть. Было бы классно, конечно, их все нарисовать, но я, наверное, не выдержу. Так, куда бы вот тут? Мне кажется, мне нужен еще один монитор. Мне не хватает этого. Так. Тортик. Здесь буду смотреть, как он будет выглядеть в уменьшенном размере. Так, надеюсь, слоев здесь не будет много. И планшет. Планшет, я тебя умоляю, пожалуйста. Все нормально, да? Все нормально. Уфу-фу-фу. Так, он такой вкусняшечный прям. Эх, жалко, у нас таких даже не продают. Так, наверное, можно сразу сделать. Так, чтобы рисовать. Начну. Если что, на большом формате они всегда выглядят немного криво. Детали там не так сильно видны, потому что потом они как бы скукоживаются до маленького размера, и тогда все будет нормально. Там очевидно. Я прям точек, конечно, не сделаю, наверное, но вот что-то похожее. Так, ты будешь рисовать в фотошопе или в этом? Ну, iPad. Я тут надеюсь, что мы хотя бы за это время сможем хотя бы один закончить или там... Два... Так что можно выбирать уже следующий, чтобы потом не гадать. Ну, на iPad тоже нормально, в принципе. Тут главное, понимаешь, тут не сколько вот... Ну, это я тут читерил эти формы, сделала. А так это главное именно передавать вот какие-то детальки. То есть там вот фактуру сейчас будем этого... Ну, выпечки делать. Клубничку порисовать, то есть тут как-то вот такие вот детальки, они больше передают.
Потому что он там может быть немного кривой, это потом, короче, просто беру и пластикой меняю. Так, тут у меня немножко съехало. На iPad, кстати, тоже надо будет попробовать нарисовать. На iPad было бы классно пойти в кафе, заказать какую-нибудь штучку, поставить перед собой, порисовать. Вот, смотри, детали, свет и тень. Это прям вот такое, прям супер класс, которое делает всю картинку клевую. У меня вот здесь вот в этом файле есть вот яблоко, например, вот это, которое я рисовала. И тут вблизи, например, видно, ну, какое оно все корявое, прям градиентами сделано. Но на маленьком оно выглядит прям как фотография. Такое очень клевое. Я люблю блики. И они прям классные-классные. Вот, а приближение, ну, мазня вот такая вот всякая. И капкейк тоже. Вон. Типа просто такой... Долбишь всякими там неровными штучками. А потом уменьшаешь, и он прям аппетитненький такой. Хотя, наверное, не всем это будет казаться аппетитным. Так, что у вас там первое-то? А, пончики. Да-да, пончики, то, что там глянец такой прям, ох. Я, может, попробую сюда его переместить, чтобы другие, если кто заходил, понимал, что я рисую-то. Эх, не сместить полностью. Так вот. Например, чтобы нарисовать такие штучки для игры, то там их, конечно, вообще надо прям очень сильно упрощать. То есть столько деталей, как у меня на предыдущих, там, конечно, это будет лишнее. Если что, про музыку не спрашивай, я не знаю, я включила какую-то фигню на ютубе. Я даже не знаю, в принципе, когда меня спрашивают, как я это делаю, я даже не знаю, что сказать, я просто вот так делаю. Я на картинку рисую. Например, когда есть картинки, то это вот прям намного проще сделать, чем когда рисуешь просто из головы. Ну что-то этот тортик что-то прям совсем какой-то изи по форме. Надо поднять повыше. Часть его. И как? Ты попробовал только раз фотошопа?
ну, в Procreate фотошопная кисть, или это что-то другое? Такая штука получилась. Наверное, я ее вот здесь просто вот так перемещу. Так. В принципе, я делаю лайн этому, но он не обязателен, но мне просто без лайна неудобно. То есть он делает всю мою эту билиберду нормальной, не такой бесформенной какой-то. Ну, вот я тоже тебе говорю, что в Procreate как-то... Вот есть импорт, но все равно чувствуется, что что-то не то. То есть там больше все-таки подходят кисти, которые именно вот Procreate-овские. Я потом, кстати, скину кисти, там мне подогнали такие клевые, они платные были, но нас скинули, короче, бесплатно в одну конфу. Очень клевый чел. И вот, и там куча кистей, короче, они для фотошопа и для этого Procreate. Я их еще не пробовала, они у меня здесь есть, в этом, в паке. Ну, там, как обычно, какая-то вот... Сейчас скажу. Типа, вон, всякая такая вот шняга. Вот. Но из-за того, что в Procreate это все работает нормально, то... Ну, потому там это стоит попробовать. Но я еще не пробовала. Так вот. А. О, это клево, когда если есть кто-то, за кем следишь, и он типа кисти свои делает, и ты такой, а, сейчас буду рисовать, как он. Ну, этого, конечно, не происходит, к сожалению. Тут у меня, например, кистей просто миллионы всяких разных, я ничего не использую. Вообще просто ничего. Ну, вот Катю спрашивала, чем я рисую. У меня вот просто обычная круглая кисть. Тут настройки сверху я меняю в зависимости от того, что мне нужно. Ну, то есть там разная прозрачность, разное сглаживание. То есть там даже ничего, в принципе, такого нет. Особенного, суперсекретного. Да, я понимаю. Ну, я, по-моему, говорила же с тобой, то, что разобрать тоже надо было кисть. Но я их разобрала. По-моему, что было на сайт скинул, надо будет еще проверить. Может, что-то новое есть. Я думаю, наверное, некоторые недочеты можно кексиков опускать. Пускай они все ровные будут, красивенькие. Ну, ты можешь все скидывать. Да, даже если не я скачаю, другие, кто посмотрит, тоже попробуют. Нам уже надо где-то, наверное, тему кистей. Просто туда только кисти кидать.
Надо уже когда-нибудь взять себя в руки и нарисовать что-нибудь нормальное. То есть что-то перебиваюсь какими-то недоартами. Мне нравится. Так. Как хорошо рисовать такие объекты, которые неровные, такой, с своими трясущимися руками. Можешь рисовать кривые линии и не бояться, что что-то будет не так. Я вижу, ты скинула. Спасибо. Чудесно прям. Таки, когда запись стрима будет, все такие, а, кисти, кисти, куда она скинула кисти? Надо посмотреть, что за кисти. Они такие, я там в Дискорде не знаю, что за кисти. Я потом и сдублирую пост в этот полезное. Ну, чтоб там оно не потерялось у нас. Я просто не знаю, насколько честно будет просто дублировать вот эти сборки кистей к себе на сайт. Потому что куча ссылок на каждого художника. Ну, как бы я там указываю, кто, я тоже даю данные. Потому что к себе именно загружать. Вдруг они обидятся. Да, в то же время никто не знает, кто я, что я, что делать. Ну, наверное, какой-то. Итак, я сделал криво лайн. Практически всегда, когда я рисую без лайна, я все равно делаю лайн. Потом его можно отключить. Да, то, что у них там, может быть, какие-то просмотры набирать или еще что-нибудь такое, реклама. Да-да. У меня есть такие паки кистей, где там уже просто... От каждого художника, может быть, там по одной, по две кисти. То есть там уже такой бардак, я уже даже не знаю, кто где чье. То, что я их сама под свои нужды переименовала, там пересобирала паки. То есть не по художникам, а по тематике. Уже там растения, и там разные кисти от разных людей. Ну не все. То есть то я оставляю только те, которые мне понравились. Ну, кстати, в Procreate сейчас, по-моему, есть такая функция, что у каждой кисти ты можешь занести данные, и там будет подписано, что, ну, кто художник, кто создал.
То есть это, конечно, упрощает нахождение автора, то, что если ты открыл кисть настройки, сразу посмотрел, кто сделал. Боже мой, прошло полчаса, а я только вот это вот сделала. Даже на торт еще не похоже. Чё? Вот я вообще не люблю вот это вот скетч. Хотя нет, скетч еще более-менее. Вот лайн, заливка цветами. Вот потом, когда есть еще рефы, и ты начинаешь рисовать всякие тени, там блики, все это передавать, прям кайф. Поэтому ты спрашивала, как рисовать там без будет. Лайна, чтобы уже не рисовать и не мучиться. Ну, я думаю, я надеюсь, что я буду чаще все-таки рисовать. Учитывая, что у меня кончилась подписка на Вов. Ха-ха-ха. Ну, а 9 сентября я снова ее куплю. Ну, не важно. То, что я... Ну, как-то мне спокойно сейчас, что людей здесь немного вообще сидит. То, что буду это... рисовать почаще. Может, даже мне как-то снова это нормально делать. Депро, вообще ничего не хочу делать, связанное с рисованием. А, так, не выясни. Ну и что это? О, привет! Все, я ровно. Я тут сижу, умираю от того, что я хочу спать. Какой-то фиг я начала разбирать полку. Ну, эти кота нет, там книги теперь. И очень сильно хочу спать, потому что я устала. Когда я делала планы на этот вечер, я не думала, что такое случится. Все, короче, самое вкусное начинается. Делаем из этого что-то похожее на картинку. Да, самое главное не забывать сохраняться. Это не Procreate. Было бы что стримить. Вот типа я рисую, ну... Неинтересно, наверное. Ну, на выходных я буду этот Elder Scrolls. Я надеюсь, что я буду его стримить. Я там персонаж уже есть. Поэтому мне нужно только, по сути, запустить и начать играть. Лис. Лис. Самый первый предлагал ты.
Да тогда у меня игры не было. Потом у меня на день рождения свалилось на голову, и я такая, ура, давайте. А, попробую. Ну ладно. Там же кисы есть, ну как так можно? Не хочешь попробовать порисовать с нами тортики? Да это, в принципе, мне кажется, тоже нудятина счета. Так. Пожалуй, лайн можно, наверное, бахнуть сразу красным. И таким. И не мучиться. Так. Да? Я хочу спать. Знаете, у меня такое ощущение, как будто бы у меня вот завтра нужно все это сдавать по работе, а я сижу и рисую. Вот так обычно оно и было. Эх ты. Вдруг в тебе художник. А ты сидишь там в Москве где-то, потом в Магадане и страдаешь. Хотя, может, и нет. Не знаю. Хотя, мне кажется, любая работа — это страдать. Это да. Да кто у нас чудово? Так что его страдалец еще больше. Ему приходится чаще тусить здесь. Вот смотри, скоро выборы, а ты уехал. Что делать? Не будешь голосовать, да? Тогда так, что-то я не на том слое. Так ты скоро, когда? Ну, скоро я, сегодня конечно, число? Знаю. А, сегодня третье, да. И как тебе там? Да не надо. Да не тот слой, это просто боль. Так, ну вот тут чекаем вот эту маленькую, вот эту вот здесь вот. Это вот у нас и есть то, что должно быть. Такой скукоженный маленький тортик. Так, что он? А, это сливки. Да, называть слои своими именами нет. Вот слой 34, 35, 36, вот это да, да. Это то, что я люблю. Теперь голубенький блик. Хотя я бы даже не сказала, что он прям голубенький. Ну смотри, ты в Москве, там где-то рядом, ты же где-то в Москве, находится офис Mail.ru. То есть ты можешь прийти и повлиять на них. Вот. Это главное. А то из Новосибирска ты ничего сделать не можешь, а там вот прям смотри. Тебе нужно еще коров где-нибудь найти.
Кстати, они же проводят всякие эти встречи, типа, я видела там одна девчонка, я такой за нее посмотрела, там она в костюме Фэры. Ну как, у нее были только уши и лапы, ну, неважно. Короче, они устраивают вечеринки, вот, посмотри, вдруг что-нибудь будет. Хотя я буду представить, сколько стоит билет. Кто-нибудь в курсе вообще? Нет, сливать пока я еще, наверное, не буду. Свой. Зайди в группу. Ты еще? Ты еще? Тут Арчич. Арч? Арчич. Так, что там? Да, 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 да. Я просто не знаю дату, когда это было, поэтому, ну, мало ли, вдруг ты попадешь. Так. Что-то у них много слишком это. А, так ты все-таки этот, я думала, розовенький. Потом ну, тебя не было на стриме, и Син решила, что будем, если короче, не 8, 9. 9. Фантом тоже сказал, что 9 давайте. Ну и вот. Ой. Ты, кстати, пропустила все самое нудное. Сейчас будет все самое вкусное. Сами как-то. Кстати, да, ты чё? Сейчас тебе покажем. Тут был выбор аж вон из 12. Но так как я рисую как убитая улитка, то мы успеем, наверное, только один нарисовать. Вообще в планы будет все. Но извините, 22-34. Вот, поэтому вы можете выбрать, что следующим будем рисовать. Вот картинка, она, кстати, в Дискорде есть в обсуждении этих. Ну, у художников можно чекнуть там. Ну, да, 9-й вот он. Вот, 9-й вот он и есть. А ну вот тот, который загораживал, мы начали рисовать. Да ладно, звезд. Говорит, ты делай на большом формате, потом уменьшаешь, и он будет нормальный. Вкусняха. Вот представьте, делаем сходку рисовачечную, покупаем торт, ставим посреди стола, и пока каждый не нарисует идеальный торт, мы его не сможем съесть. Вот. Да, про окно. Можешь, пожалуйста, открыть окно? Спасибо. Так, планшет. Че, даже я не знаю, что у меня вообще тормозит. Азумантис? Не знаю. Наверное, забил.
Ну нет, в этом плане его точно я не видела. Я даже не знаю, как так получилось, что у него... Ну, единственное, что, наверное, он попал на то время, когда я стримила прям очень много. Поэтому вот он набрал. Ну я еще не отвечаю за то, что счетчик правильно работает. Тут его ты подключаешь и все. Никаких ни настроек, ничего не сделать. Так, ну-ка, слишком темные блики у меня. Необъемная. Блин, за что вы выбрали такие сложные клубнички, а? Вообще. Я сейчас только еду на ну, клубничку, тут и буду рисовать долго-долго. Потом хлеб такая та-та-та-та-та-та-та. Я не знаю, надо проверить, что там по эмоциям, например. Эмоции. Ну, обновляет он, наверное, не каждый этот. Ну, не онлайн, а через какое-то время. Я тоже... Ну, не знаю, очень сложно. Так, а ты у меня уехал? Все. А ты смотрю, Катюпи последний написал. Да, привет. Да, кстати, на рисовачном стриме проще тем, что я хотя бы могу чат читать нормально. А когда я играю, еще кто-нибудь в Дискорде сидит и все это. Давайте, до свидания. Так, что у нас? Как-то оно у нас... Чат читать и общаться с людьми, стримить, знаете, если вопрос можем вот такой врубаешь, короче, и оно идет 24/7, ты там играешь, что-нибудь делаешь, это пофигу, а вот то, что надо читать, отвечать, вот это уже, да.
С iPad'а в смысле экран именно или, ну, просто камера? Камера-то это одно. Это так, на крайний случай, если придется куда-нибудь выйти. И рисовать тот самый торт, который мы должны были сделать идеальным, только тогда съесть. Это странно. Практически нет красных рефлексов на этом. На белых сливках. Кстати, странно, что нету бенса, который скажет, что это все химия. Это просто вообще невероятно, куда он делся. Нет, Катюй к нам не придет. Вот маленький кексик вообще прям такой нормальненький. Я всегда не могу отделаться от этого чувства, что ты рисуешь, что за басня, ну тут не так, вообще не так, вообще он ужасно выглядит. Уменьшаешь, сразу такой, а, ну да. Все встает на свои места, все выглядит нормально.
Кажется, мне надо менять клиент OBS, чтобы я могла стримить сразу же ВКонтакт, например, или на YouTube, я даже не знаю. Сохранится. Угу. То что-то прям бесстрашное. Вот рисовать какую-то непонятную фигню текстурную. Вот нормально. Скоро это когда? На Twitch? Нет. Ну что? Что не так? Я просто не понимаю. Я думал, это раньше от старого планшета. Нет, нифига, это что-то другое. Катю я жила. Вообще, будет. Кстати, насчет скилла, мне кажется, можно стримить вообще все что угодно. То есть, например, если ты рисуешь, ну, ты такой, как бог там такой, то ты рисуешь простенько, и как бы люди, которые тоже рисуют просто, им более понятно это смотреть, чем ты такой смотришь и плачешь, как чел классно рисует, и ты так не можешь, такой, боже, зачем я это смотрю? Я такой вообще лох. Так, что? Все что угодно? Арчевич? Так. Из-за задержки я уже забыла, что я говорила и на что это ответ.
У меня память короткая. Я что-то сказала, ты, возможно, на это ответила, я уже не помню, что я сказала. А. Да, я да, все. Поняла, да, да, да. Ну, кстати, 6 сентября, не знаю, это что у нас. Так, четверг, пятница, пятая. Так, это все суббота, получается, будет. Я хочу Маоли концерт из Арчейдж постримить. Ну, правда, только не молча, как я тогда, а просто как я обычно. А, или воскресенье? Так, подожди. Ну и ладно, не важно. Люди, которые не живут по этим всем дням, неделям, сложно считать, да. Ну, короче, вот 6 сентября я хочу вот это вот всё понять. Так, а что Музяка у нас замолчала? А нет, вот всё ожила. Первый раз слушаю, не знаю, что это такое. Просто, я не знаю, ворчать, наверное, как цыган такой. Прихожу, и у меня все сумки, куча битком тюки такие, ну у меня же все вещи с собой. Некоторые банки, но большая часть с собой. Прихожу туда на концерт посмотреть, просто мешки, мешки кругом. Так, давайте я попробую уже на суперном слое. Помогай. Куда мне арты парчить? Я один-то не закончила, который с крыльями, когда новый скин этот получила с рогами. Его тоже надо доделать. Ну, у тебя, Катю, и свои вкусняхи. О, я вижу пончик син. Клево. Так, баулы. Блин, я думала мешки. Мешки, которые такие, ну, обычные фэнтезийные мешок. Ну, это такой баул, это, конечно, да. Ну, кстати, Интерпайт такой, сейчас. Ручку позолоти, милок. Ходите попрошайничать. Я знаю. А тебя можно как маленького ребенка взять? Ну, только чтобы ты мертвым притворился. Ну, типа, спишь, я такая хожу. А, дайте денег, вот ребенок спит, кормить нечем. Или я не знаю, как что они там делают. Я, кстати, один раз подходила цыганка. Мне подходила цыганка, она ничего там не про детей, никакой фигни не говорила. Она сначала хотела, чтобы я куда-то проводила. Но я что-то куда-то бежала, я вообще с людьми не общаюсь, особенно на улице. Особенно с цыганами. Ну, типа, это кем надо быть, чтобы разговаривать с цыганами? И вот. Она что-то начала мне там говорить, и почему-то люди все время рассказывают то, что цыгане завораживают, типа, свои речи, ты там деньги им сам отдаешь, там телефон им отдаешь, что все такое прям, о, цыгане, пожалуйста, вот, забирайте все. Я просто слушаю, я думаю, тетя, ты что за бред вообще какой-то несешь? Ты что-то говорю, она такая, короче, мне вообще не до тебя, и побежала, куда-то по своим делам. Я просто, что, типа, что за фигня, что это сейчас было? И там что-то про внешку начинает говорить, то что вот, красавица, муж у тебя, царь, король будет, там какой-то. Такая,
Просто, блин, Новосибирск, какой-то там 2000, не знаю, 17-й, 15-й, не знаю, какой это был год. И царь, король, ты такой думаешь, хм. Я не могу сказать, что у меня сильная воля, скорее меня спасает социофобия, то что типа, блин, тетка странно выглядит, начинает что-то спрашивать, сначала просила куда-то ее довести, учитывая, что как бы, ну, найти березовую рощу у нас это, ну, просто вообще, типа, вот лес, вот, это березовая роща, ты не заблудишься, просто вот, надо быть, не знаю, вообще слепым, чтобы не увидеть, что вот это березовая роща. Такие, ай, право, пожалуйста. Такой, нет. Ну, когда вблизи, то тут вообще все просто выглядит, ну, прям ужасно. Такой, прям, я бы это не съел. Вот, уменьшаешь и просто видишь блики и такие. Надо вот еще там подмазать, чтобы они такие четкие были. Ну вот, кстати, такое выпечка вроде нормальная, а есть брауни. Брауни вообще терпеть не могу. Это, по сути, по-моему, то же самое, только шоколадное. Зато мне вообще прям пе. Надо еще вот добавить объема вот так вот. Ну, кстати, вот возможно стрим красный цвет вообще ужасно прям так фигачит, потому что не всегда с красным были проблемы. Ну, вот на маленькой картиночке вроде бы все нормально. Так, прилично. Не прям супер. Шоп, что ты делаешь? Итак, прошел час. Я все еще рисую этот дурацкий тортик. А хотела 12. 12 часов, если не больше. Итак, ну уже больше похоже на еду. Ну, ты, Син, делаешь-то такое, наверное, первый раз. А мы помним, с Катюем просто долбили, там, сколько нам этих иконок, 60, наверное, надо было. И там еще разные, не еда, там, для этого, казино, короче. Ну, где такой, типа, на руки бандит, или как это называется. И мы сидели просто на неделю, эти иконки долбили всякие разные. Опять-то что такое-то? Ты фотошоп, ну ты чё? Ну почему? В чём может быть проблема? Я даже не знаю, как её загуглить. Понимаешь, он в какой-то момент перестает реагировать на... Ну ты-то в курсе, это всегда эта фигня была и на старом, и на новом планшете. Я рисую. В какой-то момент он перестает рисовать, и в другой момент просто все сразу мне в одно место начинает рисовать. Без нажима, без всего. Вообще просто я не понимаю, что с ним не так. И с клавиатурой планшет тоже не работает. Там всякий Shift, Ctrl, Alt, он просто может зависнуть и все. Учитывая, что я думал, что дело в планшете, но планшет новый, а проблемы все те же. Да что ты делаешь? Черт! Беснуется. Так,
Вот. Нормально. Да. Я бы, кстати, хотела просто рисуешь такое на маленьком сразу. Но это выглядит не очень, когда так делаешь. Ну, как я уже говорил, чтобы для игр, например, иконки такие делать, их надо меньше деталей. То есть, чтобы они просто свет, тень там были в основном. Это я тут прям упарываюсь, какой-то чуть ли не реализм. Я прям... Он опять это сделал! Просто... Дюсь! Ладно, рисуем еще медленнее. Медленно, медленно. Давай. Живи. У меня, кстати, на Твиче где-то висят стримы. Еще вообще самые первые, когда я рисовала. Там вообще лаги просто очень жесткие прям. Хотя, может, не стрим. Стрим-то уже это, кто-то повырезал моменты. Вот там вообще жестоко было. Кстати, рисовала Катюю. Та-та-та-та в то время. Надо, короче, слить слой. Хоть так ему будет проще дышать. И начать, короче. Убираем лайн. Как я делаю? Без лайновой картинки. Сначала я делаю лайн, а потом я его затираю. Хороший способ. Качуй тут? Качуй жив вообще? Кажется, у нее все это... Отпало. Если что, Синь, я снова вернулась в тему эту. Обсуждение арт я могу смотреть, что там делаешь. Интересненько. Запахну перекрытием. Сразу говорю, чтобы никто не спрашивал, что это такое. Это такая штука, которая может делать свет холодный и теплый. Единственное, что я усвоила с работы. Да. Вот сразу на маленькой превьюхе, как выглядит прикольненько.
А потом снова все сливаю. Начинаю делать мелкие всякие. Можно угадать, что опять случилось, да? Давай. Нет? Это я зависла. Вот. На маленьком это нормально. А вот на большом, да, это такие блики, конечно, лучше не делать. Не нравится мне переход. Вот здесь вот. Ну, теперь стал чуть-чуть получше. Эх, вкусняшка. Так, пожалуй, надо эти штучки затемнить. Это сильно выделяются.
Какая дурацкая фигня. Да, причина, по которой я рисую не так часто. Странное поведение то ли фотошопа, то ли планшета, то ли системы. Вообще не знаю. Так. Все равно мне кажется, что тесто какое-то. Черной стороны не Я так изредка сама с собой разговаривала. В смысле, чё? Тут одна Син рисует. Катю опять, видимо, Twitch выгнал. Ну и не работает, и всё. Всё, на этом художники канала закончились. Зато первый торт, я думаю, можно заканчивать, что у меня еще 45 минут, чтобы сделать что-нибудь еще. Давайте я его уменьшу, посмотрим, что будет. Так, большой ставим. Маленький укошка, 255. Почти вот так вот. Вот такой вот он маленький. Ай, какая красота. Вот. Я очень обожаю уменьшенные вещи. Тень сопрём. Чудо. Дом? Да. Через сколько же? Давай. Так. 100% размер. В итоге есть хексик. Так, что это тортик? Есть вот такой его лизай тортик, потом яблоко, и целая пачка их набирается. Капкейк. Капкейк уже какой-то прям тортище по сравнению с яблоком. Такие штуки уже три. Не знаю, нафига они нужны, но пускай будут. Так,
тортик. Так, тут есть кто живой вообще? Давайте выберем, что дальше сделать. Три сколько всего? Девятый, все. Что есть еще? Ну, наверное, можно первого попробовать. Сим как раз его начала рисовать. Можно ее догнать. Сделать. Тут что такие прям блики. Так, 7, что? 7. Крендельки. Ну, можно попробовать. Какой из всех? Ну, средненький, наверное. Розовый. Ты, кстати, говорила, что они как-то называются по-особенному. Мне кажется, хорошо. Да, вот бред. Это прям здесь назвать. Да, посвящается Сим. Рисуем сердечки. Так, можно, наверное, попробовать сразу лайном бахнуть. У него острый конец. Вот правая сторона вроде поудачнее будет отразить, наверное. Так получше выглядит. Так, ну, вроде нормально. Вроде похоже. Девочка.
Давай, мы же прям там начнем палить. Представим, что я рисовала без лайна. Итак. Тут что-то прям получается какой-то прям канон для мобильных игр. Такие. Заливка, градиенты. Сейчас здесь тоже так же надо сделать. Капец, я спать хочу. Рисование — это очень интересно. Вообще, просто безудержное веселье. Я вышел.
Так, теперь цветные полёсички. Конфетти. Конечно, можно взять, сделать кисть, такой с рассеиванием пахнуть, но я не ищу легких путей. Я уже какая-то шиза. Я слышу в музыке сирену, или это у нас на улице? Капец. Полагаю, что это все-таки музыки. Понятно. Да, сейчас он меня будет рисовать сам. Да, привет, Брик. Закончил, да? Творить тут всякую фигню.
Ну, скатерть тоже неплохо. Хоть и не так дорого. У меня прям совсем казуальный выходит. Я забыла. Прицель. А, сложно. Лучше сделать так. Ну, уже получше. Просто я как-то смотрю. Кажется, его, наверное, надо потолще сделать. Попробуем. Ну, уже получше. Так, теперь надо доделать конфеты. Так. Теперь бы эту штуку сделать более реалистично, а то он прям такой идеальный вышел. Ровный. Более объемненький такой становится. Ну,
Да, привет, спасибо. Когда называют Тентара, сразу такой, кто-то слово. Кажется, мне снова, да? Уважает. Мне кажется, конечно, от всех остальных он будет сильно отличаться. Какой-то он все равно прям такой. Как картинка. А не как. Фу, настоящая вкусняшка. Итак, крендюлёк такой. Слишком ровная у него запеченная часть вышла. Всех рядом ставим. Нас выйдет. Итак. Крендюлёк слишком казуальный. Слишком, слишком. Надо успеть доделать его за 20 минут. О, уйду с недоделанной работой. А, это будет ужасно. Я вот даже не знаю, что это за выпечка, но они похожи на палочки. Типа с солью, там с сахаром есть разные. Вот. И вот эту фактуру что-то мне прям сложно. Даже не знаю, как передать это. Чтобы она стала как настоящая. Вдруг слишком ровненькая, аккуратненькая. Вроде получше. Сейчас еще тени. Все, опять. О, да, нормально. Излечился. It's
У меня какие-то сейчас даже флешбеки с рисования дурацких иконок для приложений. Там все такое было. Ну, получше, получше. Давай, отменяй. Да что с тобой не так? Ну. А, понятно. Помимо моего вот этого, ага, он мне еще миллион действий сделал, которых даже не видно. Понимаю, понимаю. Я убирала этот блеск, сейчас я его снова добавляю. Я думаю, так его оставить, то я, наверное, еще хуже могу сделать. Убили, да? Посмотри, что создало. Наверное, надо все маленькие вынести уже куда-нибудь отдельно. И с ними сравнивать. Тени у него нет. Он лежит не так. Так, 100% разрешение. Вот уже целый набор всякой фигни. Штучки. Я, наверное, дымку не добавила. Здесь вот, чтобы посветлее, как на кексике. Все равно кренделёк выделяется. Я про вообще не знаю, что с ним сделал, он был как и все остальные.
Поставлю его таким. Все равно никуда их не использую. Так, что у нас там есть? Надо попробовать пончик нарисовать. Вот такой вот. Такой. 3 или 8. Или хлеб. Что у нас тут самое такое? Осталось 10 минут. 10 минут. Чтоб что-нибудь сделать. Можно просто кучу фигню нарисовать. Вообще не отсюда. Блин. Так. Ну... Я, конечно, смотрю, у них здесь блики, свет. Ладно, Син сегодня у нас заказывает вкусный стол. Все, что мы рисуем, это все ее выбор. Но я, наверное, не знаю, успею дорисовать или нет, но я начну. А так я просто уже сейчас спать хочу. Погибаю. Давайте, давайте, прям супер по фасту за 10 минут пончик. Так. Пончик. Ну вот как Катю рисует. Диона, так вот ты. Эрона. Блин, сегодня были в магазине, надо было, наверное, пончик взять. Вот они такие там красивые. Там такая вкусная начинка прям. А я что-то такая думаю. Нет, не надо мне. Сейчас пожалела. Вот, короче, ровно 10 минут мне на вот это вот. Как получится, так и остальное. Надо прям уложиться в 10 минут. Да знаете, есть такая фишка, когда художник, типа, ну... Ему там таймер на 10 минут, на 5 минут, на 10 секунд или что-то такое. Типа он рисует один и тот же арт, типа как у него выходит вот за это время. Я такое не решала сделать, потому что я за 10 секунд просто такую полосочку одну сделаю и всё. Как хорошо, что пончик тоже такой ровный. Лазурь такая с него текает. Можно считерить, короче. И рисовать, наверное, не по слоям. Только вот на все слои. Делать свет, тень. Не знаю, конечно, как выйдет. Сомнительно. Десять минут. На ночь такое, конечно, рисовать, я не знаю, мне кажется, запрещено. Оно такое вкусно. Блин, вот я хлеб. Можно было же просто выделением сделать. Ай-яй.
А еще можно просто пипеткой брать цвета, но это тоже что-то я это. Типа хардкор режим какой-то выбрала себе. Не, ну косточки-то я точно бахну через линию. Пупер-пупер фаст. Так, ахнув. Слишком темный. Да нажмись ты. Давай, делай мыло за меня. Давай. У меня 3 минуты. Нет, давайте, давайте, я должна хоть как-то его тут делать, давайте. Когда мне скажут рисовать 500 таких, мне нужно будет рисовать это очень быстро. Я уже, конечно, голова. Вообще просто рип. Кажется, как будто сверху изюм. Надеюсь, что это не он. Ненавижу изюм. Да фу. Так. Попробуем. Почему ты нарисуешь? Теперь ты рисуешь. Так, наверное, даже лучше. Так. 1 минута, я даже не знаю, что бы такого сделать, чтобы он стал просто нормальным.
меня 0-0. И вот такой у меня штука вышел за 10 минут. Это было очень жестко. Но я смогла. Я только сейчас заметила, что у него еще в серединке должна быть вот здесь вот коричневенький. Это вот пончика основа. Вот. Вот у меня, короче, закончу я вот на таком вот быстро делке. Я его, конечно, дорисую. Потом скину. Но уже не сегодня. Не сегодня. Сегодня я это. Все. Можно еще напоследок посмотреть на вот эту вот всю фигню. Чтобы заснуть с хорошими мыслями. А, прекрасно красивые еде. Поэтому я, короче, все. Да. 0-0. Все, я хочу спать, я умираю. Поэтому пока. Спасибо, Син, что ты вообще тут просидела с самого начала. Ну, по сути, вот я только для тебя и Катю это делала. Ну, давай, пока.